О маленьком Дэнни Байсарове большая Россия впервые узнала еще на излете нулевых, когда приступили к разводу его родители, знаменитый чеченский миллиардер Руслан Байсаров и популярнейшая певица Кристина Орбакайте. Экс-супруги очень долго не могли поделить между собой единственного своего ребенка, ибо Кристина планировала увезти Дэнни в свою новую семью в США, а Руслан Сулимович, по чеченскому обычаю как отец, рассчитывал оставить мальчика на воспитание в своем доме. В конце концов, московский суд вынес поистине соломоново решение. Мальчик должен был проводить время с тем из родителей, с кем сам захочет, но при условии, что равное время. По факту, Дэнни все же жил у отца, в его большом особняке на Рублевке, посещал элитную англоязычную частную школу «Президент», где одно только обучение стоит не менее 1 000 000 рублей в год. Когда же мальчик вырос, то отправился на учебу в Лондон, окончил здесь престижный колледж, где изучал искусство основы бизнеса, где стоимость обучения – $150 000. И даже успел провести полгода в карантине, где от скуки побрился налысо, следуя примеру чеченского лидера Рамзана Кадырова. Рамзан Ахматович, отметим, весьма дружен с отцом Дэнни Русланом Байсаровым, и по чеченской традиции даже зовет самого Дэнни своим племянником. Прошел Дэнни небольшую военную подготовку в Чечне. Обучался некоторое время в кадетской школе в Центрове, ныне Ахмат-Юрт. Сюда мальчика пригласил лично Рамзан Ахматович. Мне очень понравилась служба в Чечне. Я нашел здесь множество новых друзей и стал настоящим мужчиной. Обучился владению оружием и рукопашному бою. Делился впоследствии сам Дэнни. Дэнни Байсаров увлекается фотографией, искусством, отлично владеет английским и русским языками, а также немного родным чеченским. Является, по вере, мусульманином, но к числу верующих себя не относит. Юноша просто обожает книги про приключения Гарри Поттера и сериалы о путешествиях во времени «Доктор Кто». Кстати, сам Дэнни тоже на экране появлялся, снялся в рекламе минеральной воды, рядом с мамой Кристиной. У мамы во Флориде Дэнни также часто гостит. Чаще всего Дэнни на фото в соцсетях видят именно рядом с его роднёй по материнской линии, в том числе со знаменитой бабушкой Аллой Борисовной и мамой Кристиной. Гораздо реже Дэнни видит на снимках с чеченской сестрой, а другой мамой Камилой. А вот фото взрослого Дэнни Байсарова рядом с его папой в сети не отыскать. Но если таких фото в интернете нет, это не значит, что их нет, отвечает тут сам Дэнни. Сегодня 23-летний Дэнни Байсаров уже вернулся в Москву. В отличие от брата Никиты, в музыку не пошел. Занимается Дэнни бизнесом в сфере организации мероприятий. Я открыл собственную фирму по устройству праздников. Стоимость часа работы у нас где-то 4-5 тысяч рублей. Поделился недавно в своем интервью наш герой. Выполняю тут одновременно функции директора и главного фотографа. Фирма моя пока не глобальна, но всегда надо же с чего-то стартовать. Как признается юноша, в новом деле ему здорово помогают папа Руслан и мама Кристина. Увлекается Дэнни и арт-проектами, например, пересылал всем желающим по почте картину, в которую каждый мог добавить какой-то собственный элемент. В итоге появилось новое необычное полотно. Недавно Дэнни также анонсировал в Москве секретную арт-вечеринку на Патриарших прудах. Всем гостям мероприятия Байсаров-младший обещал здесь мистические спектакли в комнатах с атмосферой тайного сообщества. Стоимость билета на такое мероприятие составила от 15 до 30 тысяч рублей. Также Дэнни проводит в Москве элитные платные фотосессии, увлекается графическим дизайном. А еще парень очень классно танцует, его иногда можно увидеть на столичных светских тусовках. Следуя заветам чеченских предков, Дэнни, однако, тщательно сторонится любых публичных скандалов и неподобающего поведения. Кстати, наш герой еще официально не женат. Некоторое время встречался с очаровательной девушкой-студенткой Марией, которую даже представил своей знаменитой бабушке, но затем пара рассталась, и Маша даже вышла замуж за другого мужчину. Сегодня Байсарова все чаще видит в компании другой прекрасной сверстницы и коллега по арт-сфере, Алины Шепель. Такая вот интересная жизнь у нашего Дэнни.